Раз, два, три. Клуб юных техников, а тогда Центр «Юность» назывался именно так, открылся при правкоме ЗЭМЗа в 1964 году. С этого времени Иван Матвеевич Лукьянов, отец-основатель клуба, неразрывно был связан с детским техническим творчеством. Долгие 50 лет он практически был руководителем нашего центра. Полностью занимался материально-техническим обеспечением и долгое время работал педагогом дополнительного образования. Многие его ученики – мастера спорта, заслуженные мастера спорта международного класса. Центру «Юность» уже более полувека. Здесь соблюдаются старые, добрые традиции, заложенные самим Иваном Матвеевичем. Многие ребята из центра являются постоянными членами российской сборной по моделированию. Всего здесь работают 13 объединений. Такие виды, как, например, ракетомодельный, робототехника, радиоконструкторский, судомодельный, авиамодельный. Материально-техническая база Центра «Юности» постоянно обновляется. В помещениях сделан ремонт. Я очень рад, что коллектив «Юность» решил увековечить имя создателя Ивана Матвеевича. Это человек, который создавал этот клуб, это человек, который до последних дней принимал активное участие в его жизни, наблюдал за тем, как растут воспитанники. И именно благодаря таким людям был создан коллектив, клуб, в котором знания, навыки, профессионализм действительно передается из поколения в поколение.